Всем привет! Меня зовут Никита, я автор блога 10kg.ru, и в этом видео я хотел бы, так сказать, проанонсировать или, может быть, даже поделиться своими идеями и планами относительно дальнейшего вектора развития своего YouTube-канала. На своем канале я публикую видео различного рода, но с начала этого года в качестве эксперимента я решил сделать акцент на видеоматериалах о заработке в интернете в формате скринкаст. Так сказать, в Новый год с новыми идеями. Тот, кто знаком со мной или бывал на моем блоге, наверняка знают, что я уже довольно продолжительное время интересуюсь мелким инвестированием, торговлей на Форексе, веду свой ПАМ-счет и вообще активно работаю над улучшением своей финансовой стороны. Так вот, теперь в моих планах делиться с вами полезными видосиками, отчетами и некоторыми возможностями, которые, я надеюсь, позволят вам стать хоть чуточку богаче. На моем канале не будет видео о том, как получать миллионы, ничего не делая. Естественно, все не так просто. Но если у вас есть хоть немного свободного времени, почему бы не тратить его с пользой для кошелька? Если все пойдет действительно так, как я задумал, основываясь на моих материалах, вы сможете самостоятельно выбрать для себя наиболее подходящее направление. Может быть, после небольшого обучения по моим материалам вы начнете торговать на Форексе. Может быть, станете инвестором или агентом, получающий комиссионные. А может, со временем откроете свой ПАМ-счет, в который другие люди захотят инвестировать часть своих средств. На самом деле, сейчас лично я очень далек от желаемого результата. Тем не менее, кое-какие результаты и опыт у меня все-таки есть. В следующих роликах я обязательно расскажу о том, каких же результатов мне удалось добиться за последние годы, на что стоит обратить внимание, а что наоборот лучше обходить стороной. Напомню, данное видео – это просто небольшой анонс того, во что я надеюсь впоследствии превратится мой YouTube-канал. В общем, ребята, если вам это интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь в друзья, ставьте лайки и заглядывайте на мой блог. Всем хороших заработков, всем пока!